Всем привет! Вы на канале Компьютерный Химик, и в этом видеоуроке вы узнаете, сколько ядер в вашем компьютере. То есть, другими словами, скольки ядерный ваш процессор. Итак, поехали! Первый способ узнать количество ядер в вашем компьютере или ноутбуке – это зайти в диспетчер устройств. Правой кнопкой мыши по моему компьютеру заходите в «Свойства». Далее переходите в «Диспетчер устройств». Прокручиваете вниз. И вы видите раздел «Процессоры». Раз, два, три, четыре. То есть у меня 4-ядерный процесс. Не переключайтесь, в конце видео вы узнаете, как ускорить загрузку при старте компьютера. Так, итак, мы остановились на первом способе. Сейчас мы переходим на второй способ, как узнать количество ядер в вашем компьютере. Так, второй способ – это зажать сочетание клавиш Ctrl-Del. Переходим в диспетчер задач. Итак, мы попали в диспетчер задач. Нажимаем здесь «Подробнее». Далее мы переходим в раздел «Производительность». И мы видим ядра и другую информацию о вашем процессоре. Сразу предупреждаю, здесь бывает не очень корректная информация. Так что отнеситесь к этому с осторожностью. Для более точной информации я вам покажу сейчас две программы. Одна платная, другая бесплатная. Это первая программа. Это AIDA64. Я делал на нее как-то обзор. Оставлю ссылку в описании. Запускаем программу AIDA. Она покажет нам полную информацию о вашем компьютере. Далее мы заходим в раздел «Системная плата». И далее переходим в раздел «Центральный процессор». Итак, в самом низу мы видим количество потоков и количество ядер в нашем процессоре. И последняя программа – это абсолютно бесплатная программа. Ссылку на нее я оставлю, естественно, в комментариях. Называется она SPUZ. Запускаем ее. Сейчас происходит сканирование вашего компьютера. И в этом разделе SPU мы видим количество ядер Cores и количество потоков. Далее эта программа может вам предоставить информацию о имени вашей материнской платы, точнее названии его, информацию о памяти, о видеоадаптере, о кэше и других свойств оборудования. Ну а теперь поговорим о обещанном мною лайфхаке, как задействовать все ядра при загрузке системы. Тем самым мы ускорим загрузку. Итак, мы переходим в меню «Пуск». Щелкаем правой кнопкой мыши, заходим в «Выполнить». Также сюда можно попасть с помощью сочетания клавиш Windows плюс R. Мы набираем msconfig. Секундочку. msconfig. Нажимаем Enter. Далее мы попадаем в конфигурацию системы, и нас интересует раздел «Загрузка». Далее мы переходим в раздел «Дополнительные параметры». И в разделе «Дополнительные параметры загрузки» мы указываем число процессоров при загрузке. По умолчанию стоит, если я не ошибаюсь, 1. Мы выставим все 4. Вы, соответственно, выставляете, если у вас двухъядерный процессор, у вас здесь будет 1 и 2. Больше не будет. Нажимаете «Ок». Нажимаете «Применить». Нажимаете «Ок» и делайте перезагрузку. Напиши, пожалуйста, в комментарии, сколько ядер у твоего процессора, а также поставь лайк и подпишись на канал.